Гайд. Сейчас. Где вы такое еще увидите? Так, мне надо телепортироваться. Здесь гайд будет быстрым. Так. Так, кто будет в Ксион? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Гайд заключается в том, как открыть контейнер и подобрать к нему дешифровщик паролей. Вот. Это связано с сектой. Блин, у нее реально тело, как в Dead Space. Вот эти штуки, которые... Вот эти вот. Реально, как в Dead Space. Вот эти вот. Только ХП не отображается. Так. У него просто за 6 минут он там вырезал, блин, а я не хочу вырезать, мне это, блин, долго это сносится. Тем более я конкретно показываю его, блин. А он там не конкретно показывает. Вот оно задание, называется «Требуется дешифровщик». Первое находится где-то вот здесь. Метку вставить нельзя, к сожалению, сейчас я все покажу досконально. Воспользуемся быстрым перемещением и тэпаемся. В большой каньон-центр. Я же сказал, что за все день буду проходить. Я прохожу, потому что это важно. 20 тысяч голды дают, это же очень хорошо. Так. От убежища бежим вот сюда. Я уже подобрал. Здесь будет такая записка. Это первое. Находится где-то вот в этом ущелье. Надо туда торпиться, короче. Excuse me, так. Ну это что за... А они что здесь делают?
прикольно я сделал. Все равно это защищать. Вот второй. Вон буква какая-то непонятная, греческая. Это будет наш пароль. Мне еще три штуки осталось. Вон, Б, и лямба, и А. Следующий, смотрим. Так. Я все покажу. Третья находится в Матрикс 11, основной этот. Все равно придется кадом выйти. Заходим в лифт. Thank you.
Так, ладно, поехали. Быстрое перемещение есть? Нам надо вот сюда. Придется поплавать еще. В заблуждение вводишь. Еще я ошибся на станцию. Нет, нам вот сюда надо. Тут рыба, кстати, и водится. Тут можно рыбачить. Проходим до конца. По техобслуживанному туннелю. Вот эти типы жесткие сразу говорю. Что один, что второй. Жесткость я уже привыкну. Вон. Как он их сносит? Сейчас кто-то пишет там все что-то. Что-то мне кажется, что это опять клюшно. Вот третья будет у нас. Здесь вы по дефолту берете. Кстати, а я не брал. А я не взял. Хорошо, что я вернулся. Б. Как мне повезло. Я думал, я взял. Так, возвращаемся обратно к Адаму. Быстрое перемещение есть? Быстрое перемещение здесь нет. Придется опять плавать ее. Соответственно, возвращаемся обратно. Надо телепортироваться.
Вот. Я вижу, что не то, блин. В этой игре очень классная. Так, нужен этот, как его? Туннель. Высокоскоростная линия. Поезда проезжали. Щет! Не слишком высоко прыгнул. А! Простите, прости, его сам. Слишком большая скорость, не успеваю. Вот тут у нас будет четвертое. А, я понял, где это, там в доме где-то, блин. Нам надо подняться на поверхность. Что-то не тверю.
у него по-армянски у него все сделано, блядь. Теперь я должен гадать, где у него тут, блядь, дом этот. Открой карту. Тут сюда получается, видите. Левей. Только не на Химмеру, плиз. Нет, эти пацаны не оценивают. Лучше их уничтожить. Нет, это не тот дом, Макс. Скорее всего, вот этот. Дошел. Угу, вижу. Так. С туннеля это поднимаете сюда, иди сюда, вот. Не как я. В любом случае вам файтиться придется. Надо подняться наверх. Аккуратненько. Это буква 0. Тьфу ты, буква, цифра. Или реально буква. Так, тут ближайшее у нас место по телепортированию, тут где? Тут? Бежать далеко. Потому что вот сюда надо езжать. Как Соник, да? Вот сюда. Не совсем, конечно, сюда. Файн, придется бежать. Так, наконец-то мы побежали, куда нам надо, так. Вот она. Его от погребенных. Знаешь, осталось чуть-чуть.
хотя бы есть альфа, есть лямбда, есть 4, да? Б я видел, вот это. Шесть букв надо, Макс. А у нас сколько? Шесть и надо. Все, возвращаемся на базу. Ну, в танкер, так сказать. Используется быстрое перемещение, не забывай. Уже полчаса и башен нахуй охренеть. Полчаса, пипец. Где и гайд, блядь. Там зачищать придется сейчас, они тебе покоя не дадут. Ну, зачистим, еще блять. Это у типов все хорошо, быстро и четко, блять. А у нас нихуя не четко, конкретно показано. Конкретно и подобное сам. Лошадка такая, не лёгкая, я бы сказал, такая надоедливое существо. Ничего хорошего вообще, такой противник. Оставшихся фрагментов. Не запомни, теперь вводим буквы. Подсказок никаких нет, все на память. Б0. А лямба Б, типа, это непонятно, какая буква, жираф, короче.
Сезам, откройся. Вот последняя запчасть. И скинчик. Скинчик обязательно забираем. Жизнь в розовом называется. Особая награда. Надеюсь, вам Дайн Гайд вам помог. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И распространите это видео всем, кто играет в CR Boyd. Все равно на ПК вам этот гайд пригодится потом.